Татьяна давно ввела для всех домашних правило собираться за ужином вместе и рассказывать о том, как прошел день. Что у тебя сегодня по алгебре? Татьяна Петровна Яшкина, 50 лет, директор школы, замужем. Елизавета Андреевна говорит, четверка намечается. Мам, да она просто ко мне придирается. Марина Яшкина, 15 лет, старшеклассница, дочь Татьяны Петровны. Ну ладно, об этом-то я с ней договорюсь. Но я тебя очень прошу. Не понимаешь алгебру? Учи наизусть. Мне нужна от тебя только золотая медаль. Привет, мои дорогие. Что нового сегодня? Да что нового? У нас брали интервью, так что завтра читай свежую прессу. Валентин Алексеевич Яшкин, 47 лет, тенор в хоре, муж Татьяны Петровны. О, обязательно. Ну вот, поужинали спокойно. Да. Дмитрий Владимирович? Да нет, разве вы можете помешать? Я слушаю. Валя, что-то случилось? Да, случилось. Со мной в хоре не хотят продлевать контракт. Так что с завтрашнего дня я безработный. Как это не хотят? Да ты что? Так надо идти, требовать, отстаивать. Не могу, стыдно. Унижаться, просить. Это не по мне. Что значит стыдно? Завтра же ты пойдешь к директору этого хора. Таня! Что Таня? Таня, 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 Таня! Да он стула не может дома починить. Какой там контракт? Мямля. Ну, наверное, вы это знали и раньше. А вот почему вас это задело, что с вашим мужем не заключили контракт? Да потому что его эта работа для меня очень важна. И Валентин это прекрасно знает. Я думала, после нашего с ним разговора он пойдет к директору хора и решит эту проблему. А он? Ну что твой контракт? Я поговорил с Дмитрием, он сказал, что ничего предложить не может. Ну а как ты пришел? Сказал, здрасте. Нельзя ли поискать какой-нибудь вариант, да? Танюш, знаешь что? Должен выламывать дверь и орать. Ну конечно, выламывать дверь и получать контракты – это удел других. А Валентин Яшкин у нас выше этого. Послушай, прекрати разговаривать со мной, как со школьником. Я сегодня нашел работу. Меня берут учителем пения в соседнюю школу. Да что ты зациклился на своем пении? Ну, я понимаю, хор – это престижно. А учитель пения – это просто смешно. Престижно, не престижно. Что люди скажут? Господи, как-то мне совсем это надоело. Да и говорить нечего. Я еще и осталась во всем виновата. Видите ли, я давлю на легко ранимого мужа. А я, между прочим, просто человек. Просто женщина. И почему я должна быть главой семьи, я не понимаю. Ну, может быть, потому, что вы сами себя назначили на эту роль. А что мне остается делать? Дочь четверки таскает в конце года. Золотая медаль, глядишь, и пролетит мимо. Муж дома сидит без работы. А что люди скажут? Вы все время стараетесь выглядеть хорошо в глазах посторонних людей. Ну, разве это важно? Вот важно то, что ваша дочь училась с охотой. Важно то, что муж нашел работу, которая ему по душе, а не вам. Татьяна обдумала слова Бориса Ефимовича и решила помириться с мужем. Ты помнишь, какой сегодня день? День как день. Слушай, я олух царя небесного, совсем забыл. Сегодня же ровно 16 лет, как мы поженились. Хорошо, что я помню. Прости, а? Я с этой ссорой все забыл. Давай, ты иди домой, я в магазин за шампанским, за подарками. Не надо никуда бежать. Я уже все купила. Шампанское в холодильнике. Подарки я себе купила, и тебе тоже. Слушай, какая прелесть. Он будет хорошо смотреться с моим новым костюмом. И я под него и подбирала. Вот завтра оденешь костюм, галстук, и отправишься к своему руководителю хора. И постараешься его убедить, что не тебе плохо без хора, а хор не обойдется без тебя. Ты же это сделаешь для меня, Валь?
Конечно, сделаю, как скажешь. Ну и замечательно. За наши 16 лет. За тебя. На следующий день, возвращаясь с работы, Татьяна увидела дочь и ее одноклассника, с которым Марине было запрещено общаться. Это что здесь такое происходит, а? Я тебя спрашиваю, что это такое здесь происходит? Татьяна Петровна, вы что делаете? Алексей Петров, 16 лет, старшеклассник, друг Марины. А тебя, Петров, я попрошу передать своему отцу, что завтра его жду у себя в кабинете, тебе ясно? А что такого-то? А ничего! Домой немедленно! Бессовестно, как мне стыдно, люди идут с работы. Она тут сидит на коленях, у всех на виду. Прекрати дергаться, а то все отцу расскажу. Лучше бы уроки делала. Хватит дергаться! Таня, я ходил к Дмитрию. Вась, сейчас не до этого. Я хочу, чтобы ты серьезно поговорил со своей дочерью. Она нас опозорила. Мама! Что, мама? Представляешь, иду с работы, захожу во двор, а там эти двое. Кто? Кто? Твоя дочь и Петров. Ну и что? Как что? Да она на коленях у него сидела. Теперь все будут говорить, что я плохая мать. Мам, да у нас девчонки в школе давно с парнями ходят. А я? Да меня мальчишки боятся, потому что я дочь директрисы. Я хотела... Иди к себе. Танюш, я во всем разберусь, успокойся. И, пожалуйста, построже. Весь вечер Татьяна была занята, и о разговоре мужа с дочерью вспомнила только утром по дороге на работу. Танюш, я поговорил с Мариной. Она обещала не делать ничего такого, чего мы от нее не ожидаем. Чего именно? В подоление принести? Послушай, Валя, я ведь тебя и просила, чтобы ты с ней поговорила очень серьезно, чтобы она раз и навсегда поняла, что Петров не должен к ней приближаться. Ну пойми, у Маринки такой возраст, ей хочется встречаться с парнями, кому-то нравится. Вспомни себя в ее годы. Татьяна поняла, что Валентину не удалось приструнить дочь. Да, у тебя были другие обстоятельства, четверо братьев и сестер, а у нас дочь одна. И она, кстати, умница, она все понимает. Она просила, чтобы я извинился за нее перед тобой. Могла бы и сама извиниться. Но она очень расстроена, а ты тоже расстроена. Вам обеим нужно успокоиться. Танюша, потом, если мы будем доверять нашей дочери, у нас все будет хорошо. Ладно, хватит об этом. Что с работой у тебя? Ну, я ходил, как ты говорила, старался быть убедительным на Дмитрия. Но послушай, все не так плохо. Ну, понятно. Значит, эту проблему мне тоже нужно решать самой. Я снова заходил в школу. Завтра меня там ждут. Послушай, ну хватит уже со своей школы. Будьте добры, остановитесь за поворотом. Все, давай, до вечера. До вечера. Татьяна не призналась мужу, что собирается встретиться с его руководителем. Танечка! Как хорошо, что я тебя встретил. Сам собираюсь к вам давно зайти, да все дела. Дмитрий Косогорский, 49 лет, художественный руководитель хора, не женат. Вот так друзей и теряем. Мне необходимо поговорить о твоем муже. Ходит ко мне каждый день, скандалит. Пепельницу грохнул об пол, ведет себя вопиюще. Ну, ей-богу, ну нельзя ж так унижаться. Дима, скажи мне честно, глядя в глаза, за что ты преследуешь моего мужа? Да ни сном, ни духом. Татьяна поняла, ей нужно что-то придумать, чтобы заставить Дмитрия вернуть Валентина в хор. Не только твоим мужем пришлось пожертвовать. Ей... Ты же сама начальник, ну ты знаешь, как принимаются такие решения. Дмитрий Владимирович, увольняя моего мужа, вы не его лишаете куска хлеба. Ты помнишь, когда мы последний раз с тобой встречались? Да. А ты знаешь, сколько Марине лет? Ты хочешь сказать, что Марина моя? Да. Да, Дима. А воспитывал ее Валентин. Почему ты столько лет молчала? Ну, сейчас мне некогда. Но я думаю, что ты примешь мудрое решение. –
семья и престиж для Татьяны Яшкиной очень много значили. Поэтому, когда с мужем не продлили контракт, она решила во что бы то ни стало добиться его возвращения в хор. Психоаналитик Борис Ефимович Егоров сказал Татьяне, что ее стремление выглядеть хорошо в глазах посторонних людей не важно. Гораздо важнее мир в семье. Но Татьяна была не согласна. При встрече с руководителем хора Татьяна призналась, что Марина на самом деле дочь Дмитрия. Привет. О, привет. Ты чё так рано? Да так. Бледная какая-то. Да устала. Да. Да, Дмитрий Владимирович. Я тоже рад, что вы дозвонились. Что вы говорите? Хорошо, обязательно. До свидания. Что, Дима звонил? Да, сказал, что произошла ошибка, контракт готов, нужно подъехать и подписать. Странно. О, как здорово. А чего тут странного? Он понял, что он, наконец, совершил ошибку, и что ты прекрасный певец. Ой, а тебе что-то не нравится? Да нет, все хорошо. На гастроли поеду за границу скоро. Так это же отлично. По-моему, это надо отметить. Пойдем. Пойдем. Все, убегаю на концерт. Сегодня полный аншлаг, все билеты распроданы. Удачи тебе. Прошло несколько дней, в семье у Татьяны все было спокойно, и она решила, что история с Дмитрием закончена. Алло, Марина? Мама, это меня, давай. А кто ее спрашивает? Оля? А какая Оля? Как твоя фамилия, Оля? Мама! Воробьева. Одноклассница. Ну хорошо, Оля Воробьева. Даю Марину. Что-то я не знаю никакой Оли Воробьевой в твоем классе. Можешь посмотреть по классному журналу. У нас есть такая девочка. Привет, Оль. Подожди секундочку. На следующий день Татьяне позвонил Дмитрий и встретил ее после работы. Ты представить себе не можешь, как все изменилось. После того, что ты мне сообщил, я же не могу спокойно жить уже больше, как прежде. Я ложусь и желаю ей спокойной ночи. Я просыпаюсь с мыслью о том, что у меня дочь. Я же про нее ничего не знаю. Какая она была маленькая, какое первое слово сказала. Да она такая, как и все дети. Я ничего не знаю про то, какие все дети. Может быть, ей что-то нужно, может быть, ей купить что-нибудь, может быть, сводить ее в музей, в кино. Дима, ты за это не волнуйся, у нее все есть. Ну, я не знаю, ну, а если я... Не надо. Не надо, ты не волнуйся, Дима, все нормально. А сейчас мне нужно бежать, извини. Я попала в свой собственный капкан. Я соврала Дмитрию, что он является отцом моей дочери Марины. А теперь боюсь, если этот новоявленный папаша все расскажет Марине, что тогда будет? Да уж, чего только не сделаешь, чтобы никто ничего про вашу семью не подумал. Да даже не этого боюсь. А боюсь, что когда Марина все узнает, она расскажет Валентину, и Валентин тогда уйдет от меня. А он у вас такой решительный. А по вашим рассказам что-то этого не видно. Но он уже уходил. Когда узнал, что после свадьбы какое-то время я еще встречалась с Дмитрием. И мне пришлось приложить массу усилий, чтобы его вернуть. Если вы дорожите мужем, вам необходимо рассказать всю правду Дмитрию. То он тогда уволит Валентина. А где он будет работать? В нашем городе нет больше такого хора, который был бы известен всей стране и ездил бы за границу. У вас нет третьего варианта. Вы из двух зол выбираете меньшее. И если вы действительно цените свою семью, то вам нужно рассказать всю правду Дмитрию. А может, Дмитрий вообще никому ничего не расскажет? Ну, тогда продолжайте врать. И к этому вранью еще прибавится постоянный страх, что вдруг все раскроется. А это пострашнее.
чем те усилия, которые вы применяли, когда возвращали мужа. Татьяна решила снова поговорить с Дмитрием. Таня, садись. Как Маришка? Плохо. Что значит плохо? Да я все время думаю, что будет с Маришей, когда она узнает обо всем. А что будет? Но она же всю жизнь считала, что Валентин ее отец. А когда правда всплывет, я даже себе представить не могу, что будет с бедной девочкой. А Валя? Он же бросит меня, когда все узнает. А я его очень люблю. Димочка, пусть это будет нашим с тобой большим секретом. Я прошу тебя, не рассказывай никому. Ты мне обещаешь? Обещаю. Я не буду встречаться с Маришкой и никому ничего не скажу. Спасибо тебе. Ты был всегда настоящим другом. Несмотря на обещание Дмитрия, Татьяна боялась, что он все расскажет Марине. Возвращаясь с работы, Татьяна вновь увидела свою дочь с Петровым. Ты что, совсем сошла с ума? Что ты творишь? А что я такого сделала? Ты целовалась с ним среди бела дня. Ты подумала, что могут сказать люди? А что скажут люди, когда узнают, что директор школы родила дочь от любовника? Что ты сказала? Мама, не прикидывайся. Домой, быстро. Я еще немножко погуляю. Ты иди. Татьяна не знала, что ей предпринять. Дима? Дима, ты же обещал, что ты ничего не скажешь. Танюсечка, ну, ты понимаешь, ну, я так давно хотел ребенка, я всегда об этом мечтал. Ну, понимаешь, когда тебе такое сообщают, я не удержался. Послушай, ведь ты же поклялся мне, что ты ничего не скажешь Марине. Я сообщил ей об этом раньше. Ты вообще понимаешь, в какое ты меня положение поставил или нет? Каким ты был, таким ты и остался. Да. Весь следующий день Татьяна думала о том, что ей делать. Как объяснить дочери, что все было просто шуткой. В конце концов, решила вести себя как обычно. Так, куда это ты собралась? Неважно. Что значит неважно? Ну-ка, домой быстро. Может, мне сначала с папой поговорить? Ну, поговори с папой. Так, ну ладно. Иди, ну, чтобы в 11 дома была. Татьяна поняла, что окончательно потеряла контроль над дочерью. С папой она поговорит. Утром Татьяна решила показать дочери, Марина, что так просто на шантаж не поддастся. Марина, ты меня слышишь? Я еще посплю. Надо было раньше приходить, тогда бы выспалась. А сейчас пора вставать. Давай, 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 а то сейчас опоздаешь на первый урок. У нас сегодня нет первого урока. Это что еще за новости? Насколько мне известно, Елизавета Андреевна жива и здорова. Поэтому давай, давай, быстренько вставай. А я говорю, она заболела. Не веришь мне, можешь спросить у папы. Папа ушел на работу, а ты сейчас быстренько встаешь и идешь в школу. Сегодня же. Сегодня я ему все расскажу про твои шашни. Да что ты. Ну расскажи. А чем шантажировать меня будешь? Да ничего ты не расскажешь. Марш умываться. Ой, шашни. Дочь нашла способ отомстить Татьяне за утреннюю ссору. Было уже 3 часа ночи, а Марина все еще где-то гуляла. Ну и где ее искать? Может быть, она задержалась у какой-нибудь подружки? Ты звонила кому-нибудь? Да я звонила, никто не знает, где она. О, а вы что, не спите? Ты что себе позволяешь? Ты знаешь, который сейчас час? Ты что с нами делаешь, а? Мама, попроси папу не кричать на меня. Валь, ну и правда, не надо сейчас кричать, уже поздно. Люди спят. Лучше завтра утром разберемся. И я очень устала. Пойдемте домой. Я прошу тебя, Валя, прошу. Татьяна решила поговорить с дочерью утром, когда Валентин уйдет на работу.
Чтобы мужу продлили контракт, Татьяна схитрила и сказала Дмитрию, что Марина – его дочь. Дмитрий пообещал, что не откроет Марине правду, но не сдержал обещания. Марина стала грубить матери, задерживаться допоздна и грозила, что все расскажет отцу. Татьяна опасалась, что муж, узнав, что Марина не его дочь, бросит ее, поэтому позволяла Марине все. Психоаналитик Борис Ефимович Егоров рекомендовал Татьяне самой все рассказать Валентину, но она боялась. Послушай меня, дорогая, если ты себе еще хоть раз позволишь устроить то, что ты устроила вчера, то я тебе гарантирую, ты будешь об этом жалеть долго и горько. Тебе это ясно? Сегодня же. Папа узнает обо всем сегодня. И прекрати меня шантажировать, и не дай бог, если отец хоть что-нибудь узнает. И не доводи меня. Я за себя не ручаюсь. Тебе понятно? А я знаю. Кажется, пришла пора поговорить. Этот сумасшедший все рассказал Валентину. И вы, конечно же, считаете, что во всем виноват Дмитрий. Конечно. А кто еще? Моя семья рушится на глазах. О том, что у тебя роман с Димкой, я давно знал. Поэтому и ушел от тебя тогда. Не мог тебе этого простить. К чему ты клонишь? Я не все тебе рассказал. Понимаешь, я однажды решил, что Маринка не моя дочь. Ну, я... Подожди, не перебивай. Так вот... Она была маленькая, не помнит, наверное. Мы ходили в лабораторию, я сделал тест ДНК. Ну, тем более, ты же уверен, что она твоя, да? Поэтому я вернулся к тебе. Валь, ну ты же понимаешь, что все это я придумала для того, чтобы... Ну, он уволил тебя, я решила заставить его, чтобы... Да, ты своего добилась, заставила. Только что нам делать с Маринкой? Она же всех ненавидит. Я не знаю, что делать. Может быть, рассказать ей? Что ты соврала, что она моя дочь. Валь, может быть, ты поговоришь с ней? Танюш, ты начала эту историю. Ты должна в ней поставить точку. Валентин со мной почти не разговаривает. Дочь ходит, делает вид, как будто меня нет. Я не знаю, что делать, как мне их вернуть. Мне кажется, у вас есть только один выход. Рассказать всю правду дочери. Но это невозможно. Все так запуталось. А потом я боюсь, что Дмитрий еще кому-нибудь расскажет, и тогда вообще обо мне пойдет слава. В вашей ситуации у вас есть только один выход – ждать и искать прощения у дочери. И ждать, конечно. Ждать, пока вся эта история не забудется сама собой. А вот было бы здорово, если бы вы подумали вот о чем. Почему именно у вас в семье все это произошло? Я, что ли, виновата? У меня такое ощущение, Татьяна, что вы никогда не выходите из директорской роли. Вы не жена, вы не мать, вы директор. А все люди вокруг – либо ваши подчиненные, либо ученики. А вы знаете, сколько в школе дел? И все на нервах. А может быть, именно вы создаете эту нервозную обстановку? Потому что боитесь, что вас никто не будет слушать. Или вас просто не будут уважать. Подумайте, вот о чем. Татьяна обдумала слова Бориса Ефимовича и согласилась с ним. Здравствуй, Петров. Ну что вы здесь сидите? Холодно ведь на улице. Пошли бы к нам. Спасибо, нам и на улице хорошо. Ну, чайку бы попили. Я же сказала, спасибо. Пожалуйста. Да, кстати, Петров, я хотела извиниться перед тобой за то, что накричала на тебя. Я сожалею об этом. Да ладно. Ну, хорошо, я пойду. А ты, Марис, через час зайди домой. Ужинать будем. Татьяна решилась рассказать дочери о том, что она солгала Дмитрию ради того, чтобы он оставил Валентина в хоре. Марина, я должна тебе кое-что сказать. Дмитрий не твой отец. Я все это выдумала, потому что он уволил папу из хора. Папа это знает. И я тебе все это рассказываю для того, чтобы между нами больше не было секретов. Ты что? Ты
Ты меня как какую-то собачонку продавала, да? Марина, ну ты пойми, в жизни не все так просто. Престиж – это важно. Ну, это, как говорят, по одежке встречают. А если есть еще и авторитет, то с этим очень многого можно добиться. Хватит. Престиж, авторитет. Надоело. Не хочу ничего слушать. Ты, оказывается, постоянно врешь. Марина. Девочка моя. Я наделала много глупостей. Я так перед тобой виновата. Прости меня, пожалуйста. Да ты меня прости. Девочка моя. О, вот и папа. Знаешь, Валентин, я не буду против. Я даже буду рад, если ты уйдешь из этого хора и пойдешь работать учителем пения в музыкальную школу. Точно? Не передумаешь? Точно. Не передумаю. Тогда я открою страшную тайну. Я уже 3 дня как ушел из хора. И работаю в школе. Что? Желание, чтобы все было не хуже других. Страх чужого мнения знакомы многим. Чего только из-за этого люди не делают. И занимаются нелюбимым, но очень прибыльным и престижным делом. И детей своих всеми правдами и неправдами загоняют в престижный институт. Но приносит ли это счастье в их жизнь? Об этом пришлось задуматься и Татьяне. И оказывается, что не так это страшно, когда муж работает простым учителем пения, а дочь целуется с мальчиком. Никто не показывает пальцем, а в доме мир и благоденствие.